дозатор для подачи мыльной пены с сенсорным управлением. Сегодня посмотрим на сенсорный дозатор для мыла от компании Xiaomi. В комплекте с ним прилагается пользовательская инструкция. Обратите внимание, что бачка с мылом в комплекте не предусмотрена. Корпус дозатора небольшой по размерам, выполнен из матового пластика. Дизайн минималистичный, в фирменном стиле бренда. Устройство отлично впишется в любой интерьер и не займет много места на кухне или в ванной. Включение и выключение дозатора осуществляется при помощи подсвечиваемой сенсорной кнопки сверху. Других кнопок на устройстве нет. Чуть ниже на лицевой стороне находится носик с сенсорным датчиком, дальность обнаружения руку которого находится в диапазоне от 60 до 90 мм. Через носик выходит воздушная мягкая пена, которая очищает и увлажняет руки. Отсек для батареек находится с тыльной стороны корпуса под защитной крышкой. Работает дозатор от 4 пальчиковых элементов питания. Оранжевый индикатор сверху оповестит о необходимости замены батарей. Здесь же снизу закрепляется бутылочка с мылом емкостью 320 мл. Расход мыла благодаря преобразованию в пену весьма экономичный. Хватит на 400 доз. А вот сменный блок с мылом для создания пенки придется докупать отдельно. В комплекте его нет. Заметим, что производитель рекомендует использовать фирменное мыло, но при желании можно использовать любое жидкое мыло, предназначенное для пенных дозаторов. Подведем итог. Дозатор Xiaomi недорогой и компактный. Стоит отметить экономичность использования и удобный сенсор обнаружения руки. Дозатор отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты или кухни и позаботится о чистоте ваших рук.